Марат Башаров откроет «Расулевские чтения». Известный актер прилетит на Южный Урал в конце недели. Для жителей региона артист готовит необычный творческий проект. О новинках традиционного религиозного форума расскажет наш корреспондент. Поэты и писатели со всей России соберутся на Южном Урале. Авторы самых разных жанров, от детских рассказов до исторических романов, станут участниками книжной ярмарки, которая пройдет в Троицке. Два молодых интересных поэта, которые сегодня очень популярны среди молодежи, представят свою поэзию на фоне музыкальных композиций. На два дня в Троицке откроется настоящий книжный город. Экспозиции подготовят разные библиотеки. Также для южноуральцев подготовят мастер-классы и лекции. 5 издательств, 8 муниципальных библиотек, большая группа, творческая группа из Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Троицкую книжную ярмарку откроют в рамках традиционных расулевских чтениях. Религиозный форум стартует в конце этой недели. Кроме научных дискуссий, организаторы готовят и культурную программу. В Троицк приедет известный российский актер. Музыкально-литературная композиция «Колыбель моей памяти» с участием Марата Башарова и оркестра «Классика» под руководством Адика Абдрахманова, нашего областного. Поэтому вот такой контекст, мы считаем, что он вот как раз насыщает. И делает традиционный форум не похожим на предыдущие. В этом году расулевские чтения проходят 8-й раз. Татьяна Коробицына, Татьяна Лаврова, Павел Чащин, 31 канал.